Друзья, всех вас приветствую на моем YouTube-канале, меня зовут Артур Романов, и в данном видео мы с вами разберем матчи из чемпионата MLS в США, где встречаются между собой такие команды, как Лос-Анджелес и Нью-Йорк Ред Буллс. В данном видео я, как всегда, постараюсь за максимально короткий промежуток времени рассказать всю необходимую, на мой взгляд, информацию и в конце оглашу свой прогноз. Ставить на него или нет, это всегда ваш выбор. Думайте своей головой, не забывайте о грамотном распределении банков. Все-таки в ставках на спорт всегда есть доля риска. Итак, что касаемо данной встречи, то здесь мы с вами видим двух титанов из МЛС. На первом месте как раз-таки сейчас находится Лос-Анджелес в западной конференции, ну а в восточной конференции Red Bull занимает вторую строчку. Да, не первые, но в любом случае они за первую строчку борются, и в любом случае это столкновение двух очень сильных команд для данной лиги. И плюс ко всему, также обе команды являются очень зрелищными и очень интересными. Это можно даже понять, элементарно взглянуть на их таблицу, то заметим, что в матчах с их участием, условно, Лос-Анджелес за 15 матчей было забито 47 голов, а в матчах с участием Red Bulls было забито 43 гола в 16 матчах. То есть это не меньше 3 голов в среднем за игру. Да и в целом, если даже откроете просто их матчи, то увидите, что команды любят играть верховые встречи и также в очных встречах они любят очень много забивать. Если мы с вами элементарно посмотрим на ту встречу, которая была сыграна в феврале этого года, то там счет был 6-1 в пользу Лос-Анджелес. Но здесь на данный момент ситуация, на мой взгляд, немного другая. Red Bulls может себя проявить, и я здесь просто хочу взять тотал больше 2,5 мячей. Собственно говоря, на это и будет моя ставка. Коэффициент дают очень даже неплохой. Ну а если вы хотите поставить на данное событие, то рекомендую делать это в надежный БК с высокими коэффициентами. И в целом в этой букмекерской конторе вы найдете любой исход, который вам по душе, потому что он предлагает максимально широкую линию. Это БК Melbet, и ссылку на него можете найти в закрепленном комментарии. По промокоду, который видите на экране, можете получить еще и удвоение первого депозита, поэтому пользуйтесь, пока Melbet предоставляет такую возможность. Что ж, ребята, это была моя ставка на этот матч. Что думаете вы по поводу него, пишите в комментариях. И в целом пишите в комментариях, ставите ли вы на MLS, нравится ли вам эта лига. И также не забывайте ставить пальцы вверх, подписку и колокольчик. С вами, как всегда, был Артур Романов. Всем удачи, всем пока.